Образовавшись в 1992 году, акционерная компания Xiamen Golden Dragon Bus начала специализироваться на разработке и производстве автобусов. Автобусов класса люкс и премиум. За последние годы производитель вложил немало средств в инвестирование проектов, направленных на повышение качества производства, внедрение инновационных технологий, создание новых идей, соответствие мировым стандартам и улучшение сервисного обслуживания. Компания «Золотой дракон» входит в число лучших производителей автобусов Китая по количеству выпускаемой техники, по ассортименту продукции, по количеству продаж. Еще в 2003 году автопроизводитель наладил экспорт своей продукции в другие страны мира. Сегодня автобусы Golden Dragon повсеместно продаются в более 85 регионах Азии, Америки и Африки. Компания регулярно принимает участие в самых престижных выставках, завоевывая репутацию успешного лидера по производству автобусов улучшенного качества и широкого ассортимента. Одной из уникальных особенностей транспорта Golden Dragon является применение современных катализаторов и сажевых фильтров. Вредные выбросы и расход топлива при этом снижаются более чем на 30%. Устройство электронных систем управления является безопасным и надежным. Диски сцепления и тормозные колодки – элементы, которые чаще других подвергаются износу и старению. В автобусах «Золотой дракон» имеют более длительный срок службы, даже в условиях постоянной эксплуатации. Благодаря строгому контролю качества на всех этапах производства и вложению средств в испытания оборудования, компания «Золотой дракон» ежегодно выпускает тысячи новых машин с безупречными характеристиками качества и эксплуатации. Над производством и проектированием техники Golden Dragon в штабе компании работают 150 профессионалов, квалифицированных в области автомобилестроения и электронных устройств. Благодаря техническим инновациям автобусы Golden Dragon отличаются низкими расходами на техобслуживание и экономичным потреблением топлива. Именно поэтому этот транспорт является самым современным, комфортным и экономичным в своем сегменте рынка. Автобус Golden Dragon 6125 поставляется в двух вариантах исполнения – полунизкопольный и полностью низкопольный, с дизельным или газовым двигателями. Забота о пассажирах. Именно этот девиз воплощен и используется в автобусе Golden Dragon 6125. Три широкие двери, низкий уровень пола, пандус для заезда колясок пассажиров с детьми и людей с ограниченными возможностями. Изменение высоты уровня пола, наклон на правую сторону кузова для комфортной посадки пассажиров. Обработка кузова методом катафореза. Прекрасная маневренность и динамика автобуса является отличительной особенностью данной модели. Согласованная работа 290-сильного двигателя и автоматической коробки передач позволяет комфортно маневрировать в городских условиях.